Всем зрителям и подписчикам канала поистине сентябрьский привет. Пока идет демонстрация моих работ, озвучу анонс, что ожидает нас в этом видео. Горячий сезон начинается в мире моделизма и военной исторической миниатюры. Студия «Алторос» к предстоящей выставке «Армия на ладони» выкатила столько новинок, что они просто не поместились в этом видео. И по этому поводу, дабы заделать брешь корабля 35-й масштаб, новости одной строкой. Первый участник, не вошедший в этот выпуск, четвертый персонаж из линейки серии «Византийцы», который, как вы видите, имеет несколько вариантов сборки. Он послужит прекрасным дополнением к предыдущим трем. Поклонников квартета, думаю, эта новость обрадует. Далее пропустивший пресс-конференцию «Винотор со львом» скульптор Степан Николаев, масштаб 54 мм. Также будет доставлен на выставку на радость поклонников этого жанра. Теперь очень крутая тема. Франко-индийская война отображена скульптором Александром Дерябиным, который изобразил схватку между шотландцем и индейцем из племени Гуны. А теперь нас ждет Open Box. Так и хочется сказать, железный человек. Но поклонники комиксов Marvel сидят на другом канале, а у нас железнобокий, но тоже человек. Прекрасная работа Александра Дерябина в масштабе 90 мм. Алтора студия не оставляет без внимания поклонников больших масштабов, и думаю, подобных новинок будет все больше и интересней. Прекрасно исполнено лицо, детали разложены в zip-пакеты и качественная упаковка для сохранности фигуры. Второй по счету византийский воин. Прекрасная и не особо сложная фигура в росписи. Качество отливок на высоте. В наборе вы найдете 3 зип-пакета с деталями фигуры. Также в интернет-магазине 35-й масштаб вы сможете заказать будущие релизы в масштабе 54 мм. Бойцы Римской Республики, скульптор Сергей Валгер. Еще одна горячая новинка компании «Алторос» – скульптор Олег Погосян. Европейский рыцарь, 14 век, масштаб 75 мм. Прекрасные качества и детализация фигуры на высоте. Всем приятных выходных. На этом у меня все. Я Александр Бодриков. Всем спасибо. Пока.